Недавно смотрел старый фильм о войне. И не знаю, кого мне спросить, почему нашим людям в нашей стране столько горя пришлось пережить. Почему сыновья не вернулись домой, столько жен потеряли мужей. Отчего красные девицы ранней весной шли гулять без любимых парней. Дети детства узнали в руинах домов, эту память вовек не убить. Лебеда их еда и землянка их кровь, а мечта до победы дожить. Я смотрю старый фильм и мечтается мне, чтобы не было войн и смертей, чтобы мамам страны не пришлось хоронить вечно юных своих сыновей.